Вот. Во. Надевайте. Переобувайте. Товарищ Ахо. Благодарю вас за беспокойство, не стоит. Так у нас тут грязно. Не страшно. Давайте. Так, ну, вот, значит, это порода у нас гамбургская. КРС называется. Крупный рогатый скот. Да, кормилица наша. Товарищи, сейчас перед вами выступит замечательная поэтесса. Поэт. Замечательный поэт Делла Ахо. Не плачьте обо мне, я проживу счастливой нищей, доброй каторжанкой, озявшей на севере южанкой, чахоточной да злой петербуржанкой, на малярийном юге проживу. Не плачьте обо мне, я проживу той хромоножкой, вышедшей на паперть, тем пьяницей, поникнувшим на скатерть, и этим, что молюсь... Господи, в чем машина-то только держится? А туфли-то как жалко. Проживу. Не плачьте обо мне, я проживу той грамоте обученной девчонкой, которая в грядущей стене четкой мои стихи моей рыжей челкой, как дура будет знать, я проживу. Суд идет. Прошу садиться. Подсудимый, встаньте. Приступим к рассмотрению дела. Подсудимый, чем вы занимаетесь? Я пишу стихи, перевожу. Я так полагаю, никаких что... Никаких «я так полагаю». Стойте как следует, не прислоняйтесь к стене, отвечайте суду как следует. У вас есть постоянная работа? Я пишу стихи. Суд не интересует, что вы делаете на досуге. Нас интересует ваша профессия. Я поэт. А кто признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? А кто причислил меня к роду человеческому? Скажите, а вы учились этому? Чему? Быть человеком? Быть поэтом. Вы что, закончили вуз, где учат писать стихи? Это не дается образованием. Это от Бога. Вы отвечаете как душевно больной. Однако в вашем деле есть заключение психиатрической экспертизы из больницы имени Кащенко. Там сказано, что вы трудоспособны. У меня вопрос. Будучи трудоспособным членом нашего общества, что полезного вы сделали для нашей Родины? Я писал стихи. Отвечайте на вопрос, Процкий. Вы считаете, что ваши так называемые стихи приносят людям пользу?
Почему вы говорите о моих стихах, так называемые? А потому что иного понятия о ваших стихах у нас нет. Я бы дорого дал, чтобы знать, это они серьезно, судья и заседатели? Они действительно верят в то, что говорят? Если верят, то это все. Конец. Беспросветный мрак. Неужели Процкий прав? И ходить нам по пустыне не 40 лет, а 140. А кто-нибудь читал его стихи? Честно говоря, я ходил в библиотеку, ну так, интересовался. Там такого поэта не знают. А у меня сосед интеллигент. Ну, прочитал его стихотворение. Там что-то о любви, о природе. Ничего вредного нет, да и полезного тоже. Я думаю, на Процкого еще какие-нибудь материалы имеются. Антисоветская деятельность, например. Угу, согласен. Налейте водички, пожалуйста. В продуктовом заказе селедку выдали. Так вся ржавая оказалась. Да вы что? Моя тоже жаловалась. А я свою селедку теще отдаю. Чувствую себя вашей тещей. Я тут давеча на рыбалке был. Все, вот товарищи, такую щуку. Решение получено. Угу. Пойдемте оглашать. Гражданин Процкий систематически не выполняет обязанности советского человека по производству материальных ценностей. Он неоднократно предупреждался органами внутренних дел о недопустимости тунеядства, однако выводов не сделал. Из справки Ленинградского отделения Союза писателей видно, что Процкий не является членом данного союза, а следовательно не может считаться поэтом. В силу вышеизложенного суд постановляет назначить Процкому наказание в виде принудительной высылки из города Ленинград сроком на 5 лет с применением обязательного труда. Начали. Я служил в лыжной бригаде 2-й ударной армии под командованием генерала Романовского. Нам была поставлена задача вскрыть вражескую оборону на участке Липка, а затем продолжать наступление до соединения с войсками Ленинградского фронта. Тщательно разработанное и успешно осуществленное взаимодействие пехоты, танков, артиллерии и авиации позволило в высоких темпах прорвать вражескую оборону. Таким образом, мы поставленную задачу выполнили с честью. Спасибо. Я участвовала в битве... Одну минуточку. Вот так сделаем. Начали. Я участвовала в битве за Москву. Макс! Кролик, ты откуда здесь? Мы здесь снимаем «Юбилей Победы», потом Киев, потом Минск. Что я тебе говорю? Что я говорю? Мне не получается, я не умираю без тебя. Я тоже умираю, Ролик. Я столько тебе хотел сказать, не мог. Ну давай скажи. Ни у кого нет будущего, поняла? Ни у кого. Что? Ни у тебя нет, ни у меня, ни у кого. Пусть нет, но я же тебя люблю. Позвони, когда захочешь. Еще раз. Пошли! Все не так. Не так сказал. Встретились не так. Не вовремя и не к месту. Зачем? Но зачем это было? Неблагодарный ты пижон, возмутился Господь. Не каждому дано так красиво проститься в питерском антураже.
Вот здесь расфолку, видите? Здесь можно отрезать и приклеим крупный план. Вот, потом вернемся к общему. Да. Так, стоп. Верните, пожалуйста, этот план. Да, стоп. Ну вот видите, брат, вот здесь можно резать. Вы знаете, я сам решу, что резать и как. И что в моей картине брак, я тоже решаю сам. Выйдите, пожалуйста. Спасибо тебе. Прекрасный фильм. Знаешь, настоящий. Я слезами умылся. Благодарю. Присаживайся. Еще раз спасибо, Семен. Но есть одна просьба. Да? Помнишь, у тебя по мосту идут инвалиды, и один из них рассказывает о том, как прорвали блокаду Ленинграда. Да. Не надо его. Почему? Не надо, Семен. Ну, как тебе сказать? Ну, не красит это великую победу, понимаешь? Ей-богу, не красит. Хорошо. Я инвалидов уберу. Но и у меня к тебе одна просьба. Вызван повесткой. Присаживайтесь, товарищ Ваксин. У меня к вам вопрос. Как давно вы были в Киеве? Никогда не был. А поэт Андриотис? Понятия не имею. Ну, он же ваш товарищ, насколько мне известно. Товарищ? И что? Вопросы здесь задаю я. В книге посетителей музея Тараса Шевченко была оставлена запись. Смысл такой. Великолепный особняк служит музеем такой посредственности, как Тарас Шевченко. Было бы лучше устроить здесь больницу для рабочих. И подписи. Писатель Ваксин, поэт Андриотис. Чушь собачья. Мною получен сигнал, товарищ Ваксин. Я обязан отреагировать, даже если это, как вы выражаетесь, чушь. Что вы можете пояснить по этому поводу? В Киеве я никогда не был, в музее, соответственно, тоже. И сомневаюсь, что его посещал мой друг Андреевич. Ну, тогда ознакомьтесь и распишитесь. Всего доброго, товарищ Ваксин. Всего доброго. Слушай. Товарищ Андреотис, проходите, пожалуйста. Я все понять не мог, что происходит. Вдруг остановили сборник, рассыпали набор. Да я в Киеве не был, года два, наверное. Ты понимаешь, что это? Я ручаюсь за обоих, и за Ваксина, и за Андреевича.
Ни того, ни другого просто физически не было в Киеве. Все это надо тщательно проверить. В конце концов, сейчас не те времена, чтобы рушить судьбы людей по ложному доносу. Минуточку. Это по какому такому ложному доносу, Роберт Петрович? Что это вы сейчас такое сказали? Я говорю, что нужно разобраться, прежде чем что-то предпринимать. Так вот, один весьма уважаемый человек посетил музей Шевченко в Киеве и увидел эту чудовищную запись в книге посетителей. Разумеется, был потрясен. Рассказал об этом Никите Сергеевичу при личной встрече. Никита Сергеевич просил разобраться. Так что ваша просьба несколько запоздала. Уже разбираются. Кто этот уважаемый человек? Ну, знаете, это странный вопрос, Роберт Петрович. Просто дикий какой-то. Какой-то уважаемый человек видел надпись в книге посетителей. Ну, или не видел, а просто сочинил. Стукнул Хрущеву. Тот оскорбился за великого земляка. Кто это человек? Странный вопрос задаете, товарищ Андреевич. Дикий просто. А ты говоришь, жить так, как будто их нет. Они есть. И нам придется с этим считаться. Теперь ты понял? Понял. Ладно, Рос, спасибо тебе за помощь. Мы здесь снимаем «Кюбелей Победы». Потом Киев, потом Минск. Потом Киев, потом Минск. Роб! Помнится, твой приятель Кочевой снимал фильм «К юбилею Победы»? Ну и как, снял? Снял. Все в порядке? Приняли? Сам товарищ Килькичев плакал. Ну, хотя бы у кого-то нет проблем. Вам не было жаль обманутого мужа? Ну, видишь ли, обманутые мужья были и будут во все времена, увы. Они мечутся, мучаются, вызывают соперника на дуэль или просто дают им по морде. Такие мужья вызывают сочувствие, даже уважение. Но когда вот такой обманутый муж разбирается с соперником, используя рычаги государственной власти, вот это, согласись, гнусно. Что, Кочевой в этом случае использовал власть? Да. За неимением дуэльных пистолетов. Ну хорошо, Вакса. Предположим, Кочевой решил отомстить тебе. Но не побежал же он в музей Шевченко писать поклёп от твоего имени? Он сам не побежал. Ну знаешь, в съемочной группе много помощников. А я здесь при чем? Это простая людоедская логика. На совещании в Кремле нас с тобой назвали вместе, как двух негодяев, мешающих строить коммунизм. И потом на нас двоих орал Хрущев. Поэтому Кочевой пристегнул тебя для достоверности. Может, и сам Хрущев пристегнул. По старой памяти. У него где Ваксин, там и Андреотис. Вот именно. Поэтому расчет был на то, что Хрущ скипит, и никто ничего не будет проверять. Было, не было. Просто примут меры. Я напишу письмо Хрущеву. О чем? О любви. И ничего нет смешного. Да, он хряк, он плебей, это правда. Но ведь он же не родился таким, да? Он был когда-то молод, влюблен. У него была первая брачная ночь с Ниной Петровной. Ребята, он с ней занимался любовью. Ну а что, у них есть дочь? Не от Духа Святого, да? Не от партии большевиков. Напишу все как есть. Я люблю женщину. Она замужем. Вот.
так случилось. Муж ревнует. Но даже ревность не может оправдать доносы и клевету. И уж тем более страдания ни в чем не повинного поэта Андреотиса. Написал? Ну что? Думаешь, хряка проймет? Я не знаю, я же не хряк. Идите сюда, слушайте. Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Товарищ Хрущев Никита Сергеевич, в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья, решением пленума ЦК КПСС освобожден Хруща от обязанностей первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Жалко старика. Он сам виноват. Доигрался. Да. Тогда в манеже, потом в Кремле он потерял нашу поддержку. Ну, вот результат. Не злорадствуй. Никто не знает, что будет потом. Брось, Делка. Хрущев предал оттепель, которую сам и затеял. Получил по заслугам, правильно? Конечно. Теперь нам всем станет гораздо лучше. Не станет. И он в этом тоже виноват. Он виноват лишь в том, что не читал писем трудящихся о любви. Я и говорю, жалко старика. Добрый вечер. Пьем за перемены? За музей Тараса Шевченко. Ладно. Жизнь продолжается. Как говорится, надежда умирает последней.
Алло, Ралик! Вставай. Тебе Кирпичев к телефону. Роб, вставай скорей. Тебе Кирпичев. Давай, давай. Слушай. Приветствую, Роберт Петрович. Не разбудил Кирпичев? Нет, Филипп Федорович. Наоборот, Федор Филиппович. Простите, Федор Филиппович. Это я с просонья. Разбудил. Ну, ничего. Вся страна уже давно на трудовой вахте. Значит, Роберт Петрович, передо мной тут лежит ваше послание. Письмо, так сказать, в защиту поэта-тунеядца Процкого. Папа, папа! Хотелось бы кое-что обсудить. Доброе утро, папулечка! Кто это там у вас так весело чирикает? Это птички, Федор Филиппович. Значит, жду вас сегодня у себя. Надо поговорить глаза в глаза. Письмо интересное. Интересное, Роберт Петрович. Местами даже убедительное. Подписи звонкие. Чувствуется, что судьбы советской поэзии и отдельных поэтов вас живо волнуют. Все это так, но хочу понять главное, Роберт Петрович. Вы с нами в конфронтации или все-таки способны к сотрудничеству? Это письмо. По-моему, и есть призыв к сотрудничеству. Нет, я имел в виду несколько иное. Смотрите, вы известный поэт, да? Можно сказать, лидер, так сказать, молодежного крыла. С недавнего времени секретарь Союза писателей СССР. Согласитесь, это ведь не только почетно, это и весьма ответственно. Ну и почему же до сих пор не в партии? Наверное, еще не готов. На наш взгляд, готовы. Мне надо подумать. Ну что ж, подумайте, подумайте, Роберт Петрович, и надумайте. А надумайте, дайте знать. Лично напишу вам рекомендацию. Да, теперь что касается письма. Ну что ж, Роберт Петрович, ваш призыв услышан. Дело Процкого пересмотрено в сторону уменьшения наказания. Ну и, полагаю, на днях вернется в Ленинград. Спасибо. Роберт Петрович, партия всегда умела признавать свои ошибки. Всего доброго. Мы что-то значим. Мы можем влиять на власть. Разве не так, Вася? Нет, не так. Но сейчас, когда они отпускают Процкого, какое-то время я готов купаться в иллюзиях. Вакса, чертов циник. Да ты любой вечер можешь испортить. Вакса прав. Он вносит трезвую ноту в наше беспечное безумие. Нота в симфонии ничего не меняет. Нота меняет все. Даже слова. Ребят, ну вы еще поделитесь, но честное слово. Как старший товарищ, я вам вот что скажу. У нас и у власти разные дороги, и цели тоже разные. Иногда они совпадают по какой-то своей логике. Главное в этот момент удержаться от эйфории и лобызания с зубцами. Короче, за нашу независимость. То есть я должен ненавидеть власть только за то, что она власть? Ну зачем ненавидеть? Просто нужно относиться к ней. Трезво. Трезво, Роб. Да, если, конечно, это возможно. После выпитого.
Привет соседям. Не помешал? Наоборот, проходи. Слушай, как твой роман, скажи, пожалуйста. Близится. Надеюсь, скоро точку поставлю. Даже уже знаю слова последние. Когда в барак вошел офицер и зачитал указ об освобождении, они ликовали. И лишь годы спустя поняли, что в тот самый момент их снова приговорили к жизни в свободной стране. Однако, так оно и есть. Интересно, какой журнал это опубликует? «Юность», «Коммунист»? «Мурзилка». Не забывайте про Запад, ребята. Пастернак протоптал тропинку, и пока она не поросла бульем. А здесь нам надеяться не на что. Я не согласен, Ваксен! Нет, не согласен! Ох уж эти наши споры о власти. Яростные, непримиримые и совершенно бесполезные. Почему бесполезные? Да потому что власти от них было ни жарко, ни холодно. А вам? Нам? Да, да, вам. Нам было жарко, пожалуй. Эти споры о власти неизбежно разводили нас по разные стороны несуществующих баррикад. Теперь уже ничто не напоминает о тяжких годах испытаний. За 20 лет, минувших с мая 45-го, страна отстроилась. Выросло новое поколение счастливых людей. В их благодарной памяти всегда будут живы отцы и деды, отстоявшие великую родину и наше общее будущее. С прекрасной работой и выразить. Спасибо, Леонид Ильич. А это у нас кто? Это моя жена. Ралис. Нехорошо, товарищ Кочевой. И талант, и слава. Понимаешь, красавица, жена. Все в одни руки. Рук много, Леонид Ильич, не всем дают. Идиотка. Лучше быть идиоткой, чем прислуга. Разрешите, товарищи, тост за великую победу! Ура, товарищи! Ура! Пойдем. Роб, мы же не будем осуждать своих друзей, правда? Никто никого не осуждает. Правильно. Просто это неудобно общаться с любовницей, зная жену. Анка, ты никогда не была ханжой? Я сейчас не ханжа. Просто мы все знаем Мирку. Да все мы кого-нибудь знаем. За какую нитку ни потяни, обнаружится товарищ, товарищ и знакомый друга. Таких ниток тысячи. Подумайте о судьбе мухи, попавшей в паутину. Пугающий образ. Кукуш, спой что-нибудь. Привет. Красивое платье. Давай, пехоте.
Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта, пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Что ты смотришь, как общественный обвинитель? Хочу спросить, где ты была? Я гуляла с Нелкой. Где Нелка, там и Ваксон. Я правильно понимаю? Где Нелка, там и Ян Тушинский, и Андриотис, и много кто еще. Но главное Ваксон, так? Смени пластинку, Кочевой. Если ты будешь продолжать, если будешь в подобном духе, твоему Ваксону не сладко придется, поверь. Я могу искалечить ему жизнь. И ты это знаешь. Сегодня Брежнев подбивал ко мне клинья. Почему бы тебе не искалечить жизнь генеральному секретарю? Я не шучу. Что ты от меня хочешь, а? Что ты хочешь, Кочевой? В данный момент Волокордина. Я тебя никому не отдам. Он чувствовал себя абсолютно счастливым. Он знал, что роман, который только что закончил, никогда не будет издан. В соседней комнате спала нелюбимая жена. Любимая женщина была далеко, в своей квартире, рядом с мужем. Будущее просматривалось весьма туманно. И все же он был счастлив. Сыночек мой, Витенька, проходи. Лешенька, спи. Здорово, как ты? Как Италия? Привет, Вася. Италия вообще просто. Ты Лешеньке ботиночки купил? Пойдем. Так. Вот ботиночки. А это кофточки для мамы. Ой, Витенька, голубчик. Посмотри, какая красивая. Я пойду примерю. Верка, тебе футболка. Витька, ты вспомнил обо мне, с чего это вдруг первое место, что ли, занял? Да нет, то второе, как всегда. Максим, держи. Спасибо. Похож на шпиона. Пойдемте, покажу. Ты вот так провез эту книгу через границу. Нас же ведь не проверяют, как других. Мы шахматисты, юношеская сборная. С
Знаешь, где я купил? В Венеции. Нас туда на целый день возили. Венеция, Ваксин, как сказка. Кругом вода, повсюду голуби. Везет тебе, Витька. Видел Венецию? Лучше бы не видел. Не отставай, я. А твой Марк где? Творит на дачу. А ты здесь? Я так не могу. Не умею. Вставать в 6 утра, гулять с собакой, садиться завтракать, потом так же садиться писать. Душевный строй поэта располагает к катастрофе, сказала Марина. Мне нужна эта катастрофа. Это неустроенность, это неистовство, это... не знаю что. Тогда стихи приходят по-другому, неожиданно. Как удар, как звонок в дверь. Вот стихи пришли. Генри, у тебя есть выпить? Смешной вопрос. Проходи, присаживайся. Тихо, ребята! Вакса, что-то случилось? Роман арестовали. Как можно арестовать Роман? Я принес его машинистке. К ней пришли, предъявили ордер на обыск, забрали все. Рукопись, печатные экземпляры, даже копирку. Налей, пожалуйста, еще. Сидел 10 лет. Писал об этом роман. Тоже 10 лет. Забавно, да? 10 лет без права переписки. Вот так, Роб. Понятно теперь, почему Бродского отпустили? Писателей теперь не сажают. На отсидку идут их рукописи. А что, это даже гуманно? И главное, экономно. Ну. Тише. Ваксин! Ваксин, ты что-то ищешь? Это? Лёшенька играл, нашел, принес мне, я прочла. Извини, не удержалась. Ты писатель. Ты, может быть, даже большой писатель, Ваксин. Только, пожалуйста, закопай это в землю, пока не поздно. Если уж ребенок это нашел, то что уж говорить о других. Максим, ты же не спишь? Не сплю. Редкий случай, не спишь и не работаешь? Я думаю. О чем, если не секрет? О судьбах советской литературы.
Знаешь, что я тебе скажу? Советская литература прекрасно обойдется и без тебя. Вот это точно. Ничего не расстраивайся. Надо просто распечатать в нескольких экземплярах и раздать друзьям. Ну, чтобы это не был единственный экземпляр. Да, но где взять машинистку, которая не сдаст рукопись органам? Я твоя машинистка. Ты что, забыл, кто распечатал твой первый рассказ? Да, но тогда было 30 страниц, а сейчас 300. Знаешь что, давай сюда. Я привезу печатную машинку и папиросную бумагу. Зачем папиросную бумагу? Ну, она тонкая, занимает много места. А за работу недорого возьмешь? Один поцелуй. Что-то я подешевела. А тебе? Мне эскимо, пожалуйста. Вот тебе эскимо. Спасибо. Пожалуйста. Дайте мне крем-брюле. Пожалуйста. Спасибо. Это тебе. Спасибо. Вот, шампанское взял. На прощание, да. А почему на прощание? Командировка закончилась. Уезжаю домой, в Оренбург. Может быть, пойдем ко мне в гостиницу? Ну, я понимаю, ты приличная девушка, по номерам не ходишь, по гостиницам, но то, что между нами было, и мне показалось... Ну, в общем, просто посидим, поболтаем, да? Пойдем. Капитан, объект на месте. Приступайте к выполнению задания. А что происходит? Женщина, отойдите, не мешайте. Мы с капитаном при исполнении. Прости, это кто? Это какой-то сумасшедший. Капитан Круглов. Комитет государственной безопасности. Ваши документы предъявите, пожалуйста. Смешно тебе? Какая же ты сволочь, Ваксон. Я эту дамочку 3 недели ухаживал. Командировочного изображал. Это безнравственно, капитан. Угу. Я уже давно подполковник. Ну что? О! Теплая. Не нравится мне твой кашель? Так выпей за мое здоровье. Что на вашем языке означает арест рукописи? То же, что и на любом другом. Ограничение свободы. Если ты о романе Большого, то его отправили в архив. Надолго? Навсегда. Ты умрешь. Я умру. Брежнев умрет. Какое к черту навсегда? Да. Одни умрут, придут другие. Рукопись ты зачем арестовывать? Потому что Большов хотел отправить ее на Запад. Это что, версия машинистки? Эта версия очень активно обсуждалась в вашей компании, в мастерской известного. Там что, установлены жучки? Всего один. И не установлен, а приходит и уходит, как и все остальные. Кто? Эдуард, если тебе что-то это говорит. По крайней мере, так он подписывается. Ладно, пойду. А то сболтну еще чего лишнего.